А теперь к другим темам. В Дагестане введут инвестиционный налоговый вычет. В связи с этим прошло публичное слушание по этому вопросу. Проект закона обсуждали представители исполнительной власти, налоговой службы и руководители крупных предприятий. Инвестиционный налоговый вычет применяется на территории 25 субъектов страны и является серьезным подспорьем для крупных и мелких предпринимателей. Суть новшества в том, что часть затрат на приобретение, изготовление и доставку возвращается. Настоящий закон на территории России уже вступил в силу и будет действовать до 2027 года. Инвестиционный налоговый вычет уменьшает не саму налогооблагаемую базу, а именно рассчитанную сумму налога на прибыль. Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает основные характеристики инвестиционного налогового вычета. При этом право применения инвестиционного налогового вычета, а также его конкретные характеристики определяются законом субъекта Российской Федерации. Например, решение о введении вычета на территории субъекта Российской Федерации.